Спорт открывает миру прекрасных, сильных, волевых людей, говорил олимпийский чемпион, хоккеист Николай Дроздецкий. В день физкультурника в хоккейном клубе, названном в честь известного спортсмена, после летнего перерыва был открыт каток. Сегодня особый день физкультурника, Всероссийский день физкультурника, который ежегодно празднуется по всей России и в Петербурге в частности. Во всех районах города сейчас идут соревнования и мероприятия спортивные, посвященные этому дню. Праздник начался с товарищеских хоккейных матчей. Первыми на лед вышли команды взрослых, бывших воспитанников Ижорца и клуба Дроздецкого. Их игра стала настоящим мастер-классом для юных хоккеистов. Для самих мальчишек организовали не только борьбу за шайбу, но и веселые старты с ледовыми эстафетами. Это все-таки оторвет детей с улицы, приведет сюда. Наши мальчишки отдохнули летом, и вот сегодня как бы тренировка и между собой игра. Я родитель сына и дочери, мне дочь играет в хоккей. Да, вот. А вот едет, видите, 9-й номер. Для тех же, кто любит просто покататься на льду, в этот день был приготовлен главный подарок – 3 часа бесплатного катания. Правда, при наличии собственных коньков. Екатерина Бнатова, Мария Презнякова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района.